Всем привет! С вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира музыки и музыкального оборудования за последнее время. Итак, давайте начнем сразу с первой новости. Ну, первая новость очень радостная. Вашему любимому и моему любимому Logic Pro Help исполнилось 8 лет. Да, большая дата, пока что не круглая, но мы к этому идем. За 8 лет было проделано немало работы. Все, как вы помните, начинал еще Макс Эмски со своих первых видео на этом самом YouTube-канале. И вот во что все это вылилось. В множество курсов, в кучу сайтов, в кучу лендингов. Естественно, наш Telegram-чат, наш закрытый клуб, который, кстати, ссылка в описании. Не забудьте перейти и подписаться, если вы еще не там. Доступ абсолютно бесплатный для всех. Всех ждем пообщаться в чате. Можете нас там, кстати, поздравлять. С днем рождения, можете также писать здесь в комментариях под роликом. Я лично все читаю, на все отвечаю, поэтому будет очень приятно услышать ваши какие-то пожелания, предложения, ну и просто поздравления. Так что не стесняйтесь, переходите в комментарии. В общем, мы очень много чего сделали, много чего пробовали. У нас теперь есть и пожизненный доступ к нашим курсам. Также мы открыли еще направление Ableton для тех, кому это интересно. Тоже можете посмотреть на нашем основном сайте musichelp.ru. Ну и вообще, огромная комьюнити. Вас очень много, нас смотрит, пишет нам. Опять же, в чате, в личку, здесь в Ютубе. Мы очень рады помогать вам записывать эти ролики. Я очень надеюсь, что вам нравится. В общем, мы развиваемся. Мы подготовили для вас также много интересного, то, что мы реализуем в ближайшее время. Работаем над этим усиленно всей командой. Будет много чего интересного. Всякие, естественно, выгодные предложения. И не только. Также развлекательный контент здесь, в том числе и на YouTube-канале. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Это будет одним из лучших подарков нам на день рождения. И следите за новостями, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, потому что мы для вас реально готовим просто очень много взрывных фишек и возможностей взаимодействия с нашей экосистемой Logic Pro Help. В общем, пока никаких спойлеров, оставайтесь на связи и скоро все сами увидите. Следующая новость касается нашего любимого секвенсора Logic Pro. Вышло совсем буквально недавно новое обновление 10.6.3. Никаких нововведений. Разработчики продолжают оптимизировать программу. Я думаю, что в том числе это связано с процессорами M1. Повышают стабильность, повышают быстродействие. Ну, на самом деле, последние вот эти обновления, начиная с 10.6, у меня вообще не вызывают никаких проблем. Если раньше бывало что-то глючило, какие-то бывали ошибки, сейчас у меня вообще все работает просто отлично на Big Sur. Поэтому, не знаю, если кто-то сталкивается с проблемами, пишите в наш чат. Мы, собственно, там эти проблемы стараемся всегда решить. Но я лично вижу тенденцию, что все становится очень классно в плане лоджика, в плане совместимости с железом, все работает прекрасно. Мы ждем Spatial Audio, уже мы это обсуждали, что Apple Music и вообще компания Apple нацелена вот развивать это направление в своем сервисе музыки. И так как Logic — это их флагманский, естественно, секвенсор, они пообещали, заикнулись о том, что будут расширенные функции по работе вот с этим Spatial Audio, даже если у вас стереооборудование, то есть у вас нету квадрозвучания или там системы 5.1 в вашей студии. Разработчики обещают вот такие инструменты для обработки звука, которые помогут, скажем так, работать вот с тем звуком, который слышат люди, которые используют AirPods Pro и AirPods второго поколения, чтобы включать вот то самое, точнее AirPods Max, чтобы включать те самые вот эти новые функции в Apple Music. То есть мы, как звукорежиссеры, уже на этой стадии сможем заранее какие-то фишки в музыке, в миксах, в аранжировках внедрять, чтобы они максимально качественно и художественно звучали вот с помощью вот этой новой системы от Apple Music. В общем, довольно интересно, ждем, но я уверен, что это будет, скорее всего, уже в обновлении 10.7, которая, скорее всего, выйдет уже после выхода новой операционной системы macOS 12, которую мы ждем этой осенью. Продолжаем тему секвенсоров. Портал Music Radar опубликовал свой топ секвенсоров 2021 года, то есть это список, по-моему, из 11 пунктов, в котором перечислены те секвенсоры, которые, по мнению авторов этой статьи, этого топа, соответствуют всем требованиям современного музыканта. И Logic занял третье место, первое место ушло Ableton'у, и второе место, как это ни странно, Fruity Loops. Я лично думаю, что рейтинг составлялся в первую очередь
в том числе, точнее, основываясь на доступности, потому что Apple, естественно, ограничивает свой софт только для своего железа, и все-таки по статистике, конечно, в мире гораздо больше пользователей PC, нежели Mac, и поэтому советовать, ну, я думаю, что, скорее всего, из-за этого именно Logic не находится на первом месте. Естественно, Ableton более популярный, и Fruity Loops, тем более, тоже довольно популярная программа, поэтому они, скорее всего, на первых двух местах. Так или иначе, там представлены все современные секвенсоры, о которых мы знаем, Cubase, Reaper и так далее. И там проведены сравнительные анализы по цене, по качеству, по наполненности функциями, по обновлениям, потому что, например, у Fruity Loops тоже бесплатное пожизненное обновление. Если вы один раз купили, вы всегда будете получать обновление. То же самое, что и у Logic. У Cubase, например, такого нету. У Cubase вам каждую главную версию, мажорную, нужно будет заново покупать, хоть и со скидкой. В общем, все эти фишки выписаны. Если вы вдруг сейчас колеблетесь или хотите найти какой-то второй секвенсор для вдохновения, потому что я знаю, многие так немножко сдвигаются с какого-то творческого ступора, просто переключаясь на какой-то другой секвенсор, пробуя что-то в нем делать, можете пройти по ссылке в описании и почитать этот топ и решить для себя, какой секвенсор еще освоить. Давно присматриваетесь к курсам Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой. Если вас интересует быстрый старт изучения Logic Pro, аранжировка, сведение или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Легендарная компания Rodus объявила о том, что она реструктурирует свою компанию и наконец-то возвращается к делам, а именно к выпуску инструментов, потому что последние несколько десятилетий по факту не было никаких гигантских релизов от этой компании. Она постоянно переходила то к одним обладателям, то к другим. Например, в 70-е компания Rodus стала сотрудничать с Fender для продажи своих инструментов, и многие так называли Fender Rodus инструмент. Потом этот инструмент перешел во владение Роланда, чему не был доволен основатель этой компании, собственно, мистер Родос. И прямо перед своей смертью в начале 2000-х годов он успел за 3 года выкупить компанию обратно, точнее выкупить права на владение этим брендом, но, к сожалению, так не успел ничего нового выпустить. И сейчас компания решила все-таки вспомнить об этих легендарных инструментах, потому что на рынке в основном сейчас, если у кого-то в студии или еще где-то стоят эти инструменты, это, как правило, старые инструменты максимум 80-х годов, а то и более ранние версии. Поэтому компания, видимо, нацелена, так сейчас идет тренд на переосмысление вот этих всех старых, вот этого наследия клавишных инструментов из 70-х, 80-х. То, видимо, компания решила не терять время, пока тот же самый наш любимый Behringer не взялся и за перевыпуск этого инструмента культового. В общем, ждем новостей, пока ничего не объявлено, пока только объявлено о том, что компания настроена активно. Будем ждать, может быть, какой-то обновленный Rodus с какими-то современными фишками будет добавлен на рынок. В общем, будем ждать. Ну и заключительная новость на сегодня — это бесплатный софт, и не просто бесплатный софт, а целых 37 плагинов бесплатных, которые раздаются в рамках конкурса от компании, от портала, точнее, KVR. Конкурс называется DC21, то есть Developer Contest 21, в котором различные разработчики, разные независимые разработчики плагинов, какие-то стартап-компании плагинов, представляют на рынке свои плагины абсолютно бесплатно. Как правило, это синтезаторы, какие-то обработки, барабаны, какие-то плагины по очистке звука, может быть, даже компрессоры. То есть там довольно большой список. Я ссылку оставлю в описании, как ко всем новостям из этого выпуска. Так что переходите, можете почитать конкретно, кто участвует в конкурсе. Идея очень простая. Пользователи, которые заходят, скачивают бесплатно абсолютно на Mac или на PC
те или иные плагины, потом участвуют в опросе, ставят рейтинг, то есть насколько им нравится вообще использование данного плагина, и также еще у них есть возможность донатов, то есть если им нравится разработчик, они видят, что в этом инструменте есть потенциал, то есть в том или ином синтезаторе, потому что разработчики пытаются преследовать какую-то цель новизны, даже там если берут какие-то базовые старые там какие-то плагины, даже синтезаторы, пытаются в них что-то внедрить новое, и если пользователям это нравится, нравится движение, в котором пытаются разработчики двигаться, вы можете задонатить какую-то сумму и поддержать тем самым проект. Ну а уже сам конкурс, жюри конкурса, они будут смотреть по рейтингам пользователей, которые скачали плагины, и в зависимости от этого передавать приз, естественно, денежный, тем или иным разработчикам на продолжение их деятельности, на продолжение бизнеса, чтобы они дальше нас радовали уже какими-то более полноценными коллекциями плагинов от своего авторства. Так что переходите по ссылке в описании и поучаствуйте в поддержке молодых авторов плагинов. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Ждем ваших поздравлений в комментариях. Заранее спасибо. Увидимся с вами в следующих видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал и на колокольчик, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропускать следующие видео. И напомню, что уже сейчас на канале присутствует довольно большое количество разных видеообзоров, видеоответов, уроков по Logic. Так что обязательно переходите, смотрите, изучайте. Очень много полезной информации. Пишите свои пожелания здесь в комментариях, либо вступайте в наш закрытый чат и пишите там. Со всеми рад общаться, быть на связи. Буду держать вас в курсе новостей, как своих, так и нашего канала, и нашей школы Logic Pro Help. Поэтому оставайтесь на связи, увидимся с вами в следующих видео. С вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов, пока!